Якщо ви трішечки почуєте, принаймні нас, зрозумієте наші голоси, почуєте, бо ви ж дуже далеко відірвались, Віктор Федорович. Ви не розумієте реалій. Ви зараз не підете, але люди змусять вас піти. І ви розумієте, що ми прийдемо через дуже жахливі такі речі. І це буде недобре для вашого ім'я, для ім'я ваших нащадків. Ваш рід буде Ну, не хочу я цього казати, бо я не вірю, що ви до цього дійдете. Розумієте? Я вас прекрасно розумію, але скажу вам таку річ. Ви праві в тому, що вічно не може бути людина не лише в плані якогось тут місця, але й взагалі. Але знову ж таки, хто протестує? Протестують люди, так? Але є люди, які і схвалюють. Одні протестують, їм щось не подобається, так воно і є. В житті є дві сторони. Одним щось не подобається, другим подобається. А от на рахунок того, хто ці люди і скільки їх є. Ви ж добре замітили, є регіони, які мене підтримують. Є регіони, які якраз не хочуть мене на цьому місці бачити. Я ще раз, якби сказати, повторюся, але скажу. Я стараюся з свого боку робити все для того, щоб був мир в нашій країні. Я стараюся розуміти людей. Я і мій уряд стараємося покращувати життя людей. Але в даний момент є ситуація, критична ситуація, кризова ситуація. І ми її будемо вирішувати. Ми будемо її вирішувати. От і все. Ви розумієте, що ви вирішите її такий засіб, щоб від вас цілий світ відвертається? Чи вам не прикро це, що весь світ вас якось... Є такі президенти-маргінали, і знаєте, до них як ставиться, ну так, не дуже, від них трішечки такий запах не дуже добрий. Чи вам приємно, що з вами не хочуть вас вже приймати в деяких країнах? Я розумію, що ви більше до Росії, так вам там краще, але ж ви їздите відпочивати, рахунки маєте за кордоном. Чому не в Росії ви їх гроші свої бережете? Чому ваші діти туди не їздять відпочивати? Може, все-таки краще із світом, от тим, куди ви... Успешны переговоры? Нет. Нет, почему нет? Никто не хочет уступать. Что еще? Конкретики нету. Еще раз. Все, тянем, 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 тянем. Как говорится, вот почему не можем? Давайте еще. Но не хочет уходить. Не хочет уходить, да? Вот ушел бы и все решилось бы, правда? Угу. Хорошо. А почему не хочет уходить? Естественно, ему там... Маме из зоны комфорта. Есть люди, которые его поддерживают, и которые за него. А может, потому что красиво уйти. Хорошо, а вот что у нас было во время переговоров? Можете сказать? Вот у нас был Арсений Яценюк, да? Вот что он делал? Что у него было, что у него получилось хорошо? А вот что вот было под вопросом? Да. Он пытался... Разуміть Януковича. Он пытался вразумить, да? Каким образом? Так, там есть. Вы думаете? Ну, он обвинял его, правда? Да, факт. Были обвинения, нет? С самого начала. Было, было у Арсения Яценюка? Вы такой-сякой, вы не можете это, вас запомнят.
проклял, я не хочу это назвать, но я уже назвал, и так далее. Когда мы начинаем обвинять человека, что происходит с ним? В какую он позицию стоит? Защищается, друзья. Он начинает защищаться, то есть он все силы тратит на то, чтобы защититься. А когда мы обвиняем, это позиция понимания другой стороны? Нет. Мы чью картину мира передаем, когда обвиняем? Свою картину мира, правда? А мы когда предполагаем, Арсений Яценюк там предполагал много вещей, нет? Вас проклянут, вы же едете в Европу, а счета и так далее. Это чья картина мира? Арсения Яценюка, правда? А это Виктора Федоровича картина мира? И когда Арсений Яценюк пытался, это я не про вас, да, кстати, вы вышли из роли, нормально, чувствуете себя, да? Все, вы уже не Виктор Федорович, вы уже не Арсений Яценюк, да? Все нормально, вы обычные люди, какие 48 миллионов. Я такого не говорил, все нормально. Что получилось? Ваша картина мира, правда? И вы пытаетесь что сделать? Ну, не ваша, извиняюсь, Арсения Яценюка. Она Виктору Федоровичу подходит, нет? Нет, конечно. Отдражает. То, что ценно для одного человека, является ценным для другого? Нет, конечно. Ну, явно нет, правда? То есть, ну, было похоже на разговор слепого с глухим. Похоже было, да? Один на одно, другой совершенно другой, третий, такой разговор по кругу, общего плана были. Итак, друзья, мы посмотрели. Ага, у нас тут движение, надо еще пробраться. Почему не смогли договориться, да? Потому что, первое, не слышат друг друга, у каждого есть своя позиция, никто не хочет сходить своей позиции. Потом, зачастую неопределенная тоже очень позиция. Вот Виктор Федорович в этом плане, по-моему, хорошо сейчас сыграл. Вот такая неопределенная, мы за мир, мы за дружбу. Есть и такая Украина, и такая, да, то есть обо всем и ни о чем. Но это очень хорошо политику умеет, знаете, как полчаса проговорить, и ты вообще не поймешь, о чем. Вроде что-то говорил, а в сути непонятно, да? Поэтому, друзья, вот причины того, что не можем договориться, первое, самое главное, недоверие. Друзья, если нету доверия, никакие переговоры не могут состояться. Если я не доверяю, что бы вы мне ни говорили, я буду интерпретировать по-своему. Я буду находить всегда другое оправдание не в вашу пользу. Я буду находить объяснение того, почему вы говорите те или иные вещи, как ваше злое намерение. Согласны с этим, да? Даже если человек вам предложит некий идеальный вариант решения, если вы не доверяете человеку, что вы делаете? Вы начнете думать, где же тут подвох, совершенно правильно, что-то тут не то, что-то слишком все хорошо. Второе, непонимание. Когда мы не умеем выслушать другого человека. Когда мы пытаемся передать свою картину мира. Или когда мы интерпретируем его слова согласно тому, как нам кажется, согласно нашей картине мира. То есть он говорит одно, а мы можем слышать прямо противоположное. Ну, у меня много раз бывало, когда я вроде говорю однозначные вещи, человек говорит, конечно, и тут же говорит все наоборот, знаете, вот так вот переворачивает, и говорит, такой шок. Бывает такое, нет? Встречались? Да, и, ну, что нам кажется? Нам кажется иногда, что вот человек это делает злонамеренно, правда? Ну, чаще всего, что он придумывает. Ну, сейчас я включу один ролик, покажу. О том, как мы спорим, и вы посмотрите, я думаю, увидите себя тоже. А причина ультиматума. Ставим ультиматум. Ну, еще раз, ультиматумы ставятся тогда, когда кто-то силен, а другая сторона слабая. Со слабыми не договаривается. Мы это очень хорошо видели в самом начале, когда был мирный Майдан, да, и когда власть просто это все игнорировала. И пока силы не сравнялись, а сравнялись тогда, когда появился Грушевский, когда Западная Украина захватила областные госадминистрации. Ну и, соответственно, стало понятно, что не вся власть в руках, что что-то вот шатается и очень сильно. Да? И тогда уже пошли на переговоры. Ну и последнее, это когда у людей есть самоцель, это власть и деньги.
или власть, или деньги, но зачастую это вместе, потому что они идут рука об руку. Есть две позиции. Знаете, одна позиция, она такая материальная, вторая позиция духовная. Что такое материальное, когда мы боремся за благополучие в этом мире, за свою статусность? Это вещи, которые внешние, которые на самом деле, ну, те люди, которые пришли к духовному миру, пришли к пониманию, что такое вот глубинные ценности человека, да, они понимают, что это абсолютно несущественные вещи. Они важны, важны, важно хорошо жить, важно питаться и так далее, но в какой-то минимальной мере, когда это становится самоцелью, самым важным. Когда машина как символ того, то есть не я как человек, а на чем я езжу. Когда машина вместо меня, меня выражает. Когда важен не я как человек, а важно на чем я приехал, важно где я живу, важно какая у меня должность. Вот эти вещи, которые такие физически связаны с деньгами, с властью, это не очень хорошая вещь, потому что, но самое главное, это счастье никогда не приносит. Это наоборот делает человека более несчастным. А вторая часть связана с духовным, это связано с такими вещами, как счастье, благополучие, интересы общества, интересы других людей. Я думаю, что вот как раз Майдан показал, здесь большинство людей, те, которые как раз с этими пришли, которые очень хотят, чтобы вся страна процветала бы, чтобы все хорошо жили бы. И вот тут вот идет тоже противоречие, потому что когда сталкиваются люди, для которых для одних важны власть и деньги, а для других духовные моменты, очень сложно вести переговоры. И вот когда Саша говорил о книге Джина Шарпа, которая рассказывает о том, как побеждать ненасильственными методами, то, как победил Махатма Ганди, который привел Индию к независимости именно ненасильственным методом. Но там были очень жесткие тоже моменты, когда они блокировали, когда они... То есть там не было все совсем уж мирно, совсем... вот стояли, ничего не делали. То же самое вот было в ЮАР, Мандела, который тоже был адептом ненасильственных методов, и они тоже победили. Ну и выстраивание мостика этой веры, давайте я обещал одно видео о том, как мы спорим, потому что мы говорили о спорах. Я попробую сделать так, чтобы звук тоже был. Но здесь будут титры. Вы посмотрите сейчас по титрам. Друзья, сейчас я остановлю на секунду. А вам видно? Да. Все, вы успеваете читать? Звук здесь нужен? Или мне почитать? Желательно. Так, Саша Шнур, ладно. Она говорит просто на английском, поэтому в любом случае для большинства это... Да, хорошо. Угу. Давайте читаем в основном, хорошо? Читаем титры. Значит, она рассказывает о том, как мы спорим. Друзья, сейчас объявление отсюда, да? Добрый вечер. Мне нужно 5 мужчин на час-полтора на баррикады. Кто имеет желание? Можно, пожалуйста? Для постройки баррикады, достройки. Да, и все желающие, пожалуйста, может быть, туда подойдут, да?
Может, больше лучше. Друзья, кто хочет немножко размяться и потягать, пожалуйста. А? Да, не тяжело? Если можно, да, вот туда подойдете. Хорошо? Вот с той стороны подойдете, хорошо? Угу. Значит, о чем она говорит? Она говорит о том, что когда мы спорим, мы проходим три этапа. Первый этап. Давайте я буду еще читать параллельно, потому что звук все равно не слышен. Мы просто предполагаем, что они ничего не знают, что они не те, с кем мы спорим, и которые с нами не согласны, мы предполагаем, что они не знают, не владеют той информацией, которой владеем мы. И когда мы щедро делимся с ними этой информацией, они должны просветлиться и перейти в нашу команду. Когда это не срабатывает, и оказывается, что у этих людей те же факты, которые имеем мы, а они по-прежнему не согласны с нами, то мы приходим ко второму предположению, что они идиоты. У них есть все кусочки мозаики, но они слишком тупы, чтобы сложить ее правильно. И когда это не срабатывает, и оказывается, что люди, которые не согласны с нами, оперируют всеми теми же фактами, что и мы, и на самом деле еще достаточно умные, то мы переходим к третьему предположению. Они знают правду, и они специально искажают ее в своих злонамеренных целях. И это катастрофа. Это привязанность к нашей собственной правоте удерживает нас от предотвращения ошибок, когда нам это абсолютно необходимо, и заставляет нам относиться друг к другу ужасно. То есть о чем она говорит? Да, она говорит, что... давайте еще раз, коротко. Первое, когда мы спорим, и кто-то с нами не согласен, мы думаем, что у них нет тех фактов, которые есть у нас. Мы даем им эти факты, они продолжают с нами спорить, и тогда мы делаем второе предположение, думаем, что они идиоты, не могут сложить картинку так, как сложили мы. А потом, когда оказывается, что они достаточно умны, мы начинаем думать, что у них очень плохие намерения. Раз они владеют тем же самым, сложили умны, значит, у них плохие намерения. И это действительно серьезная проблема, потому что мы хотим, чтобы все смотрели бы на мир точно так же. Мы думаем, что все должны видеть точно так же. И то, что мы увидели вот в этой игре, когда у нас, да, Виктор Федорович и Арсений Яценюк, и когда каждый навязывает свою картину мира и думает, что другой должен понять, как раз дает видение этой проблемы. И мы про причины тоже поговорим. И давайте, как создавать мостик доверия. Вот если говорить про ситуацию, которая сейчас, которая наверху, да, с нашей властью, я могу сказать, что мне немножко сложно дать ответ, что тут можно сделать. Почему? Потому что очень такая сложная личность, тот человек, который на сегодня все решает, он очень сильно зависит от каких-то внутренних моментов. Там перемешалось многое, там перемешались страхи детства, желание там показать себя, утвердить себя. В любом случае, вот, что очень важно? Очень важно все-таки постараться понять, что происходит с этим человеком. Если ты идешь на переговоры, ты должен это понять. Второй момент. Когда ты идешь на переговоры, ты не должен играть на его же поле. Почему? Что значит на его же поле? Какое у него поле? Он в рамках чего действует? За что он борется? Давайте попроще. Власть? Власть и деньги, правда? То есть как только мы начинаем работать в этом поле, то есть если кто-то из тех, кто ведет переговоры, начинает работать в этом поле, тут же он воспринимается как кто? Как враг. Совершенно правильно. Почему? Потому что человек где вырос? Человек вырос на улице,
в регионе, который просто куда свозили людей, кого уголовников свозили, да, там была особая культура, и там на улице было или ты, или тебя, не на жизнь, а на смерть. И выработалась такая программа, то есть те, кто против меня, те, кто не со мной, те против меня. Те, кто со мной не согласен, он становится моим врагом. И если мы хотим именно с ним договариваться, если готовы, да, то что очень важно, это показать, что мы не враг. Что нам не важно забирать у тебя власть или деньги, а мы здесь ради другого. Ради чего? Здесь должно быть одно. Интересы Украины, интересы нашей страны. Мы пришли ради этого. Потому что вот я могу сказать, у меня есть такое ощущение какой-то двойственности, да, когда на сцене говорят одни вещи, кричат, да, банду эти, там, мы только вот за это, за то и так далее, а потом приходят туда и начинают говорить, ну давайте вы тут потеснитесь, а это отдадите, это вам, помните, вот это, и это тоже тебе, и это мне, да, свадьба в Малиновке. Вот что-то подобное. И когда такое происходит, когда нет целостности, когда нету понимания, зачем пришли вы на переговоры, вы вроде там кричали, что вы полностью за, а тут вы уже готовы уступить, что вы тут против и за, вот, за одно, а тут начинаете что-то другое говорить, тогда начинает нарушаться целостность, нету вот особой такой веры, да, и подозрения в то, что вы хотите то же самое, что я хочу я, и почему я вам должен это уступить, правда? Ну, логично, согласитесь. Поэтому мостик доверия тогда, когда есть честность и целостность. Когда есть цельность, то есть когда ты говоришь одно, вот здесь, на сцене, потом ты идешь в Раду, говоришь то же самое, потом ты идешь на переговоры, говоришь то же самое, это называется цельность и честность. Ну, в политике эти понятия, я так понимаю, что они практически отсутствуют, к большому сожалению, поэтому... Вот, ну, шумаемо-тумаемо, поэтому приходится с этими работать. И что еще очень важно для создания доверия, это благородная цель. Причем давайте отрешимся от политики, там очень важно. Ну, вот очень хочется, чтобы не только декларировалось. Я не утверждаю, что этого нету. Я не утверждаю, что там все плохо, да. Но есть нюансы, а из этих нюансов может рушиться конструкция, понимаете? Если противоположная сторона очень негативно к тебе расположена, как только у тебя где-то идет несовпадение, они сразу это берут за основу, раздувают из мухи слона и говорят, что все, везде ты ведешь себя таким образом. Знаете, где-то оступился в одном месте, все, значит, ты весь путь будет проходить точно так же. Тебе приписывают такое. А если взять нашу действительность, вот когда мы ведем переговоры, я в основном веду в бизнесе. Конечно, веду там и с женой, и с детьми у меня переговоры, то есть это тоже переговоры, да. А какая должна быть благородная цель, чтобы переговоры были успешны? Вот если вы ведете, ну, обычные переговоры где-то в своей жизни, какая благородная цель у вас может быть? Как вы думаете? А? Взаимовыгода. Да, совершенно правильно. Я это называю, чем я могу быть вам полезен. Какую пользу я могу вам принести. То есть, опять же, немножко отрешились от этой ситуации, потому что она немножко у нас специфическая, она не выведена на уровень переговоров, она идет так очень жестко, знаете, ультимативные какие-то моменты. Если мы говорим о обычных переговорах, то самый важный момент – это понять, что хочет наш собеседник. Правда? Есть такое дело? Что такое благородная цель? Действительно, взаимовыгодная. Причем есть такое выражение «ты мне, я тебе». Знаете, да? Слышали? Но оно мне совсем не нравится. Почему? Потому что в ней содержится какой смысл? «Ты мне дай». Ну, я там подумаю, может, я тебе тоже что-то дам. Или пока ты мне не дашь, я тебе не дам. А наше общество работает совершенно по другим законам. Вот у нас социальное общество, да? Правда, мы живем в социальном обществе. Что такое социальное общество? Социально – это связь между людьми, это когда мы чего-либо можем достигать, помогая друг другу. Майдан это замечательно показал. Давайте возьмем природу. Люди на самом деле самые социальные существа в мире. Есть существа-одиночки,
Да, есть там, я не знаю, акулы какие-то одиночные, там какие-то рыбы плавают, но все равно они там пары создают, потом опять. Но в основном все животные, они социальные. Какие вот социальные животные вы знаете? Можете привести пример? Муравьи. Может муравей в одиночке выжить? Невозможно. Антилопы, пчелы. Пчелы, может пчела в одиночке? Ну, можно и представить. Рыбы, там очень косяки рыб, угу. Дельфины, волки, совершенно правильно. То есть волк может в одиночку загнать большое животное? Невозможно. А мы мышками питаться стаей, совершенно правильно. Поэтому, друзья, для того, чтобы мы были бы успешны, мы должны действовать так, как предназначено природой. Помогать друг другу. Причем, что такое взаимовыгодно? У нас общество очень сложно, да? У каждого своя профессия. И если, например, вот вы очень хорошо умеете, что вот вы умеете хорошо? Недвижимость. А, продается. То есть вы разбираетесь в недвижимости, правильно? Я, вот Саша сказал, что я прочитал очень много книг. Ну, по темам в основном бизнеса. Теперь смотрите, вот вы ищете какую-то книгу по какой-то теме. Сколько времени нужно вам, чтобы найти и там... Найти хорошую книгу, докопаться до каких-то ответов. В интернете, на рынке книги купить и так далее. Много времени нужно, правда? Ну, как минимум отзывы прочитать, и то мало что будет понятно. По отзывам вы выберете 5 книг, наверное, правильно? Прочтете их, из них поймете, что 4 были лишние, только одна книга. То есть сколько, ну, нужна была сколько? Пару месяцев уйдет, правильно? Теперь вы приходите ко мне и говорите, ваче. Посоветуй, пожалуйста, книгу, например, по переговорам. Я задаю вопрос. Как вас зовут? Андрей, да? Я говорю, Андрей, а какие переговоры вы ведете? Вы говорите, ну вот по недвижимости, вот я как бы предложить. Ой, я говорю, Андрей, вот замечательная книга есть. Советую, самый лучший из тех 1200 книг, которые я прочитал за последние 15 лет. И я вам предлагаю эту книгу. Сколько вы сэкономите? Времени, денег и всего остального. А если мне нужна какая-то недвижимость или мне нужно что-то выбрать, я знаю, что вы являетесь экспертом, я прихожу и говорю, Андрей, посоветуй, пожалуйста. Вот я хочу выбрать, определиться, вы мне задаете 5 вопросов и потом даете ответ. Сколько я сэкономлю? То есть понятно, да, друзья? Каждый из нас за пару минут даст то, что для другого будет стоить сколько? Месяцы и много-много денег. В этом смысл того, что мы делаем. Когда мы приходим на переговоры, переговоры интересны тогда, когда есть взаимовыгодные. Когда мы понимаем, что то, что мы делаем, нужно другой стороне. Если оно не нужно, это уже не переговоры. Это, знаете, как с ребенком. Когда шутка такая есть, что мальчик Дима до 5 лет думал, что его имя «заткнись». Да? Когда мне говорят, «заткнись и делай то, что я говорю», ну, это не переговоры, это вот «делать то, что я хочу». Переговоры – это тогда, когда мы приходим и начинаем выяснять, что важно для вас, что вы хотите получить от меня, и могу я вам это дать или нет. И потом идет противоположное, что вы мне можете дать, а потом мы все это совмещаем и смотрим, получилось что-то хорошее или нет. Поэтому, друзья, когда мы приходим куда-то и начинаем навязывать свою точку зрения, мы это достаточно хорошо увидели все-таки, да? Увидели, как... Две стороны, и каждая там свою точку зрения. Но так часто происходит, правда, в своей жизни. Но у вас тоже, ну, наверное, происходит, или у ваших коллег, да, когда вы пытаетесь продать, не понимая, зачем это. Есть такое дело. Ваша задача продать. Это чьи интересы? Ваши интересы, правда? Интереса клиентов там нету. Почему? Потому что интерес клиента не купить, заплатить. Вы когда хотите продать, вы пытаетесь продать что? Что выгодно кому? Продавцу. Вам. Продавцу. Вот, вот. А если... И смотрите, здесь не получится так, что давай-ка я продам то, что мне выгодно, и, наверное, ему тоже это будет хорошо. Так не бывает. Знаете, вот что-то в приоритете. В приоритете должны быть интересы клиента. И мы сейчас поговорим, почему это важно и почему это приносит результат, да? То есть, когда вы приходите и спрашиваете, чем я могу быть полезен, это совершенно другая ситуация. Я буду так отслеживать время.
Почему это важно? Потому что вы приходите, когда вы хотите продать, какое у вас состояние? Вы напряжены или расслаблены, когда хотите продать? Напряжены, правда? Ну, то есть для меня продать — это равно втюхнуть. Да? Мы хотим втюхнуть, какие мы? Напряженные. Мы что делаем? Мы задаем вопросы или мы рекламируем наш продукт, ну, нашу недвижимость? Мы рекламируем, а? Конечно, конечно, да. И что нужно сделать? Давайте, что нужно делать с покупателем? Чтобы ему не втюхивать, чтобы вот не быть зажатым, чтобы не рекламировать, не говорить, вот, а? Услышать его желание. Зацикавить его. Знать его, заинтересовать. Смотрите, друзья, первое, отключить желание продать. Так называемую точку нужды. Почему она возникает? Потому что есть страх отказа. Мы думаем, что нам откажут. А вы знаете, вот, когда мы ведем переговоры, мы отказы воспринимаем очень личностным. Мы думаем, что это нам отказали как личностям. А отказали не вам, отказали ситуации, отказали вашему предложению, но вы тут ни при чем. Поэтому со страха отказа я хочу помочь. Человек, который очень хочет продать, очень хочет втюхать свое какое-то предложение во время переговоров, он очень много говорит. Кстати говоря, мы немножко увидели это тоже, да, здесь? Много было, правда? Зависали, да, немножко? Вот много-много всего. То есть это желание что сделать? Продать свое, правда? Свою идею. А слушать. То есть переключаемся на слушать. Обычно, когда чего-то очень сильно хотим, у нас высокий голос. И у человека, который не хочет, у него низкий голос, и он достаточно медленный. Поэтому можете понизить голос свой, и у вас начнет пропадать это ощущение, что хочу продать. И когда мы даем поспешные ответы, а у человека, для которого важны интересы другого человека, он говорит спокойно и с паузами. И вот то, что вы сказали, задавать вопросы. Да? Ну, знаете, я иногда так шучу, говорю, зачем нам Бог дал два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили. Да? Вот. Поэтому принцип какой должен быть? Хорошего переговорщика. 20/80, 20% времени мы говорим, и причем достаточно серьезная часть этого времени – это вопросы, которые вы задаете. И 80% времени слушаем. Еще один такой момент есть, что чем больше вы слушаете, тем больше вы получаете информации, тем больше вы понимаете ситуацию. Очень хорошие переговорщики, они практически не говорят. Они очень много слушают. Но слушателей на самом деле очень мало. Вы знаете, вот хороших слушателей безумно мало. У меня, наверное, пальца на двух руках хватит, чтобы вспомнить за всю свою жизнь реально людей, которые по-настоящему умеют слушать. Когда не перебивают тебя, не предполагают за тебя, а когда задают вопросы. У меня такой был дядя мой, он занимал, ну я не буду говорить какой пост, он занимал очень высокий пост еще в 90-х годах. Вот. И ну, потрясающая была личность, очень интересная. И когда я приезжал к нему домой, это он в Москве жил, он сейчас, к сожалению, 3 года как умер. Вот. И он приезжал вечером, в 11 вечера домой, потому что очень занятый человек, видел меня и говорил: «О, Вача, ты приехал к нам в гости». Садился на диван и начинал задавать мне вопросы. И причем он уставший человек, пришел с работы, очень ответственный пост, очень. И при этом он так тебя слушал, такое впечатление, как будто кроме тебя никого в этом мире больше не существует. Как будто ты самая главная личность его жизни. Это потрясающее чувство, которое я до сих пор, когда вспоминаю, меня аж дрожь берет. То есть умение слушать так, как будто ничего больше не существует. Задавать уточняющие вопросы, спрашивать, а как я это, а что ты имеешь в виду под этим? Вот это умение слушать, друзья. И благодаря этому вы выявляете истинные потребности человека, чего он хочет. Если возвращаясь к нашей ситуации, которая сейчас наверху, здесь тоже очень важно понять, чего хотят они там наверху. И там разные интересы, разные люди, друзья. Там не только один человек, да, не только президент. Там есть его окружение, там есть депутаты, там есть олигархи. И у каждого свой интерес. И здесь очень важно, вот, я думаю, если мы хотим действительно прийти к нашей цели, очень важно понимать, кто какую роль играет, кто на что воздействует,
выяснить их интересы и показать их интерес в том, в той цели, которую мы поставили перед собой. А я думаю, что там есть очень серьезные их цели, потому что цель одна. Это свободно, ну, свободно это да, не у всех там эта цель. Свободная страна счастливых людей. Вот для меня вот такая цель. Я надеюсь, у вас тоже совпадает. И, друзья, вот очень важно понять выгоду для человека. Знаете, какая выгода ему с того, что он на что-то согласится? Потому что, ну, это такой простой пример, когда мы предлагаем телефон и, например, говорим, какая диагональ, какие-то характеристики, или сравниваем один телефон с другим. Ну, обычно, знаете, вот как, возьмите этот телефон, у него диагональ 5 дюймов. И человек говорит, а зачем мне такое? Мне наоборот, маленькое, легкое, я вот еще, да? То есть, когда мы начинаем предлагать нечто, думая, ну, у меня было много игр, мы там и попугаев продавали, и телефоны продавали, и каждый раз, даже вот опытные продавцы, они выходят, максимум задают 1-2 вопроса и начинают предлагать что-либо с точки зрения того, купите, я бы это купил бы. Вот иногда бывает такое, приходите, продавец говорит, вы спрашиваете, тут телевизор, и он говорит, купите, вот этот мне очень нравится. И продавец говорит, мне очень нравится, купите вы. Знаете, ну абсурд, правда? Поэтому, что такое выгода? Выгода, зачем мне это нужно? Что я с этого получу? То есть, если, например, вот диагональ, почему важна? Если у меня плохое зрение, я прихожу, говорю, у меня телефон маленький, я там ничего не вижу. И вот здесь диагональ становится той выгодой, которая мне нужна, правда? Потому что большая диагональ, большие буквы, я увижу, это та выгода, которую я получу. А если просто у этого 7 дюймов, а у этого 5, купите за 7, потому что он больше, это ни о чем, правда? Это вот просто. Потому что мне нравится 7 дюймов, я вам тоже предлагаю. Итак, выгода что делает? Она удовлетворяет потребность. Еще одна интересная вещь, она решает проблему. Здесь мы сталкиваемся с очень интересным моментом, с негативным опытом человека. Оказывается, большинство решений, которые мы принимаем в своей жизни, это не желание приобрести что-то хорошее, а желание избежать чего-то плохого, того негативного опыта, который у нас был в прошлом. Вот я до сих пор помню, как в 93-м году меня тогда обманули на $99. Знаете, когда скручивали и вместо $100 сунули доллар. Но тогда $100 это были очень большие деньги, как сейчас, наверное, 1000. Но я помню, мы снимали двухкомнатную квартиру за $60. То есть это эквивалент $1000 на сегодня. Понятно, сумма большая, ну, не критична абсолютно, но почему я помню? Потому что это негативный опыт, боль. Я это вспоминал, и что? Ну, я до сих пор вспоминаю уже как-то внутри вот это вот. Поэтому, когда я подхожу менять валюту, и после этого, когда мне предлагали рядом, давайте поменяю по другому курсу, я, естественно, отказывался. То есть негативный опыт движет нами, друзья. Почему движет нами негативный, а не позитивный? Потому что позитивный, чего я хочу, это нечто мифическое. Ну, хочу, да, хочу хороший телефон, хочу, ну, вот какая-то хотелка, но там нету ощущения тела. Что такое ощущение тела? Вот когда мы вспоминаем негативный опыт и начинает тело реагировать, правда? Есть такое? Вот вспомните, у вас есть тоже у каждого негативный опыт, правда? Вот если вы, например, хотите поменять телефон, какой у вас негативный опыт может быть? Если телефон не работал, аккумулятор плохо держит и так далее. Правда? Есть такое дело? Ну, вы наверняка, многие не удовлетворены. То есть, когда вы приходите, и вопрос не что вы хотите, а чего хотелось бы избежать, чего вы не хотите. И вот такой очень интересный момент, да, кстати, в недвижимости тоже это очень хорошо работает. Вот чего бы вам не хотелось? Вот задайте этот вопрос. Почему бы вам не хотелось? Потому что чего бы вам хотелось, когда мы спрашиваем, друзья, чего бы нам хотелось, да? Чего бы вам хотелось? Мы получаем на самом деле некие ожидаемые ответы. Вот что, вот вы торгуете недвижимостью, да? Спросите, чего бы вам хотелось, что вам скажут? Максимально большое, красивое, 5 метров потолки, там, а по самой минимальной цене. На основании этого вы можете делать?
предложить ему что-то. Не сможете, потому что, ну, говорят, что хочу качество, хочу, чтобы это, как это, шутка есть, да? У нас качественно, быстро и дешево. Выбирайте любые два. Вот, теперь какие два из этого выбрать? А теперь задайте вопрос, чего бы вам хотелось избежать? Чего бы вам точно не хотелось бы? И люди скажут те проблемы, которые для них самые важные. Понимаете? Вот если человек скажет, я бы не хотел бы жить на темной стороне. То есть это означает, что солнечная сторона для него является критическим фактором. Согласны с этим? Потом он, например, скажет, я бы не хотел бы, чтобы до метро было бы больше, чем 5 минут. Ну, достало уже полчаса идти пешком, транспорт плохо ходит и так далее. Фактор важный? Понятно, да, друзья? Вот поэтому, даже если взять вот эти переговоры, которые были у нас наверху, между Виктором Федоровичем и Чинником, вот задайте вопрос, чего бы вы не хотели бы? И мы получим реальные ответы. Чего вы хотите избежать? Чего вы боитесь? Почему вы боитесь, чего хотите избежать, это и есть реальные ответы того, вот, ну понятно, не напрямую, потому что в той ситуации, ну, тот, кто пока еще главный, он не ответит, да, потому что у него эго, вот, и он не захочет напрямую об этом говорить. Так, это у нас сейчас. Ну вот исходя из того, что я рассказывал, у нас в компании во всех комнатах висят три правила работы с клиентами. Ну, просто можете прочитать, ставить интересы клиента выше интересов компании. Это о чем? Ставить интересы тех, с кем мы ведем переговоры, да, выше своих. Это не означает, что свои не учитывать, друзья. Это означает вначале узнать его интересы, а потом только говорить о своих, ну, и смотреть, где есть совпадение. Второе. Отстаивать интересы и говорить всегда правду, даже если это негативно скажется на наших доходах. Это о чем? О честности, о ценности, о репутации. И очень многие боятся говорить правду, знаете, вот иногда сказать горькую правду, думая, что из-за этого с ними перестанут работать, с ними перестанут дальше вести переговоры. Наоборот, когда человек говорит правду, когда он говорит, знаете, да, я вот это не учу, я вот этого не знаю, я вот здесь залажал, то это вызывает только еще большее доверие. Ну, это 100 раз испробовано на работе нашей компании, когда мы клиенту не придумываем, знаете, что нас поставщик подвел, мы тут ни при чем. А мы говорим, вы знаете, это наша ошибка. Даже если поставщик подвел, это все равно наша ответственность. И клиент говорит, вот за это мы и с вами работаем, за это мы хотим с вами работать, потому что вы всегда говорите правду. Это всегда подкупает. И консультировать клиентов только по тех вопросам, в которых мы компетентны, и решение которых принесет клиенту ощутимую пользу. Это о чем? Друзья, это о профессионализме, о том, что нельзя втюхивать то, что не приносит пользы, да? То есть, если ты не профессионал в чем-то, если у тебя некачественное, что-то некачественное, или услуга, или продукт, его нельзя предлагать. Или если не нужно, это клиенту. То есть, это то, о чем мы говорили, что вот Андрей даст мне консультацию как специалист, профессионал недвижимости, но если он не был бы профессионалом, польза была бы у меня от того, что Андрей мне сказал бы. Только вред, правда? И то же самое, если я вам порекомендую не ту книжку, тоже у вас будет только вред. Поэтому, знаете, когда вот я иногда смотрю, когда строители строят дома, которые приходится полностью переделывать, это не редкое явление. Ущерб от этого огромный. Вы понимаете, иногда переделать дороже, чем строить с нуля. Поэтому, когда мы сталкиваемся с непрофессионализмом, это очень сильно влияет, ну, на все, что нас окружает. Вот этой книги, которую я советую, те, кто хочет узнать побольше о переговорах, переговоры, которые работают, 12 стратегий, спин-продажи Нил Рекхэма, он как раз говорит о том, что насколько важен негативный опыт человека, и у него очень интересная, очень простая методика выявления этого негативного опыта с помощью 4 типов вопросов. И третья книга «Сначала скажи нет» — это замечательная книга о том, как отключить желание продать, отключить желание навязать свою точку зрения в переговорах, о том, как переключиться на интересы клиента,
знаете, как войти в его мозг, понять, как он думает, о чем он думает, что для него важно, и потом только после этого посмотреть, вы совпадаете или нет, и только тогда вот переговоры могут быть по-настоящему успешны. Друзья, я там приготовил достаточно там, несколько видеороликов, но звука просто нет. Это вот единственный был, который с титрами, поэтому те, ну, я могу просто там показать что-то сам вместо этого ролика. Ну, я думаю, что то время, которое осталось, мы используем, у нас еще там, минут 7-8, мы используем, наверное, на какие-то вопросы, которые вы зададите. Кстати говоря, можете мне потом задать, те, кому интересно, задать в любой форме, на электронный адрес, на телефон звонить, в Фейсбуке, в Ачедовцам, в Твиттере, пожалуйста, с удовольствием. А, чем компания занимается? Чем занимается ваша компания? Хороший вопрос. Ну, у меня три компании, я сам основатель всех этих компаний. Две базисные, которым уже 20 лет. Ну, одной 20 лет, другой 15. Промкабель Электрика и Панэлектро – это оптовая и розничная торговля электротехнической продукции. Вот, они, ну, достаточно крупные, они входят в тройку лидеров своего рынка. Вот, у нас два магазина в Киеве – это Панэлектро и Промкабель Электрика – это оптовая продажа. Вот. И третий проект, третья компания – это школа развития лидеров LeaderWay, в котором есть моя миссия, которая называется «Помогаю лидерам стать успешнее и счастливее». Ну, то есть, когда я пришел к пониманию, что такое счастье, что такое успех, и что это, ну, материальное – это только как инструмент, потому что, знаете, оно нейтрально. Зависит от того, как ты будешь использовать деньги как инструмент, во благо или во зло, да, оно становится только тогда благом или злом, потому что деньги, они нейтральны, как любой инструмент. Так это как ножик. Ножиком можно приготовить еду, а можно убить человека. Ножик не виноват. В руках соответствующей личности он превращается или в орудие, или в робот. Еще вопрос? Пожалуйста. Ну, вообще, дуже приємно, дуже цікаво ваша доповідь. Наступне питання. Є ідея подати лекцію саме на прикладі наших лідерів, і чи не боялися ви цю ідею використовувати, якщо це було не важко. Чи є ідея на прикладі лідерів, політичних лідерів, показається? Ну, чи ідея була? Ні, ну а чого тут боятися? Мы же говорим о том, что вы пришли бы к согласию, мы же тут никого не критиковали, на самом деле. Но тут задача какая, смотрите. Ну, идея была моя с моим партнером, когда мы продумывали презентацию, о чем я буду говорить сегодня. И здесь место соответствующее, что все-таки хотелось как раз такую ситуацию посмотреть. Потому что если мы разыграли что-то из продаж или таких бизнес-переговоров, не совсем было бы там актуально, да? Я просто привожу простые примеры для того, чтобы было бы понятнее, а простые примеры, ну, политика – это сложная вещь, да, а я привожу примеры там на мобильных телефонах и так далее. Что очень важно, я сам горячий сторонник такого, знаете, мирного разрешения вопросов. Я считаю, что практически всегда можно договориться, и вот эта ситуация – это попытка увидеть, что происходит наверху обычно, да? Когда идут ультиматумы, когда идут обвинения, когда просто не слышат друг друга. И в тот момент времени, когда услышат, может быть, не тех людей, с которыми сейчас ведут переговоры, может, с ними нет смысла. Потому что я на самом деле не обольщаюсь насчет, я могу сказать, я не обольщаюсь насчет того, что можно договориться там с определенными лицами. Но там явно есть люди, и в тот момент времени, помните, когда уже депутаты, там, уже новое большинство вроде создалось, уже там 52 человека должны были перейти, но это о чем-то говорит. Ну, упустили. Ну, скажем так, еще не вечер, там очень много сил, там
надавили как надо, есть наши там соседи определенные слева, справа, то есть мы понимаем, да, вот это такие сложные моменты. Вот, ну, в принципе, вот идея была наша, да, я ответил на вопрос, да? Спасибо. Сейчас, секундочку. Вот здесь я внимательно сюда. В чем фишка получается? Когда я начал в результате, да, я сказал, что перерывы зашли в тупик. То есть действительно мы к этому пришли. Что для того, чтобы выйти из тупика, нужно проанализировать ситуацию. Сделать нужно соответствующие выводы и менять предложение. Как бы это нам продумать, вот это не оставлять все так просто, так же. Забыли все и ушли, а создать им, дать конкретную программу выхода из кризиса, чтобы на основе этой программы, чтобы конкретный фундамент, на основе чего дальше строить переговоры, чтобы они были успешными. Иначе мы так никогда ничего не добьемся. Одна будет сторона обвинять другую, другая сторона будет обвинять первую. Так. И только благодаря конкретной программе, по которой можно двигаться, можно чего-то достичь. Это было там всегда. Спасибо большое. Я в Фейсбуке на одном из постов выставил, ну вот, помните, когда Кличко поехал в Межигорье договариваться первый раз, вот, и он выступил на камеру, и там были три угрозы у него. Я прямо написал, ну замечательно, три угрозы, поставить ультиматум, а потом ехать договариваться, ну смысл. То есть, ну, понятно, да, то есть здесь нужно смотреть и на себя в первую очередь. Потому что очень важный момент, если вы хотите быть успешными, если хотите проводить успешные переговоры, вы всегда должны задать себе вопрос, что я не так сделал? Что в моем поведении было немножко не тем, не так поступил и так далее? Что я не учел? Потому что как только мы начинаем кого-то обвинять, это, знаете, такая некая позиция, в которой, ну вот я не виноват. Зачем мне что-то менять? Зачем мне что-то корректировать? Я хороший, а вот он плохой. Но это абсолютно деструктивная позиция, которая ни к чему хорошему привести не может. С точки зрения того, что вы говорите, вы знаете, там вот все намного сложнее. Вот посмотрите, ведь на прошлой неделе вроде депутаты уже все готовы были перейти на сторону, и там чуть ли не 300 голосов, сейчас все поменялось. Очень-очень сложно, там много интересов, там интересы мировые, интересы Америки отдельно, Европы, России. У нас интересы президента, интересы его окружения и так далее. И все настолько сплетено в клубок, что вот это неоднозначно и непросто. То есть вроде иногда кажется так, что я иногда вспоминаю, знаете, «Собачье сердце». Смотрели этот фильм, да? Помните, когда он говорит, все очень просто, взять и поделить. Ну в этом была суть революции, да, взять и поделить. А так не бывает. То есть нам кажется, что все очень просто, нам кажется, все очень однозначно, но там все намного сложнее. Поэтому я очень за многим наблюдаю и стараюсь не делать оценок, потому что зачастую все не так, как кажется. Вот, это очень сложные вещи, вот, поэтому я не буду давать даже оценки. Хорошо, договорились. А вот ситуация, когда переговоры вы ведете в своей жизни, там намного проще разобраться, и то, что мы обсудили, я думаю, это важные вещи, которые можно использовать. Правда? У вас вопрос? Скажіть, будь ласка, яким би був ваш прогноз от, на подальший розвиток подій? Ну, я вроде как почти ответил на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, может быть, любой, включая от самых позитивных, еще, ну не самых позитивных, а позитивного развития ситуации, и шанс еще есть. Он достаточно маленький, но еще есть. Плохой, очень плохой, апокалиптический. С точки зрения, ну, времени нельзя сказать, честно. Я вот столько прогнозов читал, столько умных людей, так красиво все пишут. А потом вот вернитесь на прогнозы, которые давали год назад, два года назад, месяц назад. Почитайте, очень умные люди. И не совпадает. Эксперты, давайте просто приведу один пример. Значит, ученые хотели проанализировать, кто лучше всего дал прогнозы по финансовому рынку Америки. То есть там есть фондовый рынок, там есть акции,
акции растут наверх, те держатели акций богатеют, падают, значит, беднеют. Нужно успеть вовремя там продать, купить, и на всем это, ну, на этом все построено. Значит, опросили руководителей фондовых компаний, те, которые управляют брокерами, да, то есть вроде это самые большие специалисты. Опросили потом тех людей, которые покупают, продают акции, которые менее эксперты. Опросили, нет, ну, люди, которые сами покупают, знаете, обыватели, да, для себя, там, интересуются, форекс и так далее. Опросили обычных людей и опросили, в кавычках, обезьян. Ну, то есть обезьянам дали возможность случайным образом нажимать там «да» или «нет» на вопросы. Вот, задали вопрос по финансовому рынку, как будет идти финансовый рынок, что будет с ним, там задали десяток вопросов, ну и потом через некоторое время, когда посмотрели, ну там было ограниченное время на 3 месяца, ну условно говоря, там предположим на 3 месяца, и через 3 месяца посмотрели, кто оказался прав, кто нет. Но самые точные кто оказались? Мавки, совершенно правильно, да, обезьянки. Потом шли обыватели, потом те, кто торгует. И менее всего те, кто руководители фондовых компаний, друзья. Поэтому вот у экспертов есть очень много таких моментов. Они начинают умничать, они начинают строить логические заключения. А мы же не роботы, мы не машины. Вы не можете заложить программу, и вы понимаете, что там с очень огромной вероятностью, что эта программа именно так и сработает, правда? Но если последовательно заложить, там от 1 до 10, оно так и пойдет. А люди очень иррациональны. У людей, нами руководит эмоциональная часть мозга. Она определяет наши действия. И мы очень рационально, очень красиво все формулируем до ситуации, а когда попадаем в ситуацию, начинаем вести совершенно по-другому. А потом, когда выходим в ситуацию, думаем, почему же я не сделал вот таким образом? Это же было естественно и логично. Тоже приведу интересный пример. На входе в торговый центр опрашивали людей, что вы будете покупать, и записывали. На выходе сравнивали с этим списком. Знаете, сколько совпало? 33%, 1/3. 2/3 покупок были абсолютно эмоциональны. Хочу. Это, ну, я не буду слишком углубляться, но нами очень сильно руководят гормоны. Там, в общем, у нас есть гормоны дофамин, которые вызывают это желание «хочу». Знаете, как я племяннице это рассказывал, она говорит, дядя точно говорит, я когда захожу, вот чувствую, как этот гормон, вот хочу какую-то вещь, вот гормон начинает работать, вау, хочу. Я что делаю? Говорю, я откладываю на 10 минут, а я ей рассказал, что нужно отложить на 10 минут, и количество этого гормона намного снизится, и у вас это желание пропадет. Вот, и она говорит, я как раз начинаю ходить везде и говорю, я вернусь через час. Через час возвращаюсь, у меня желания вообще никакого нет. Ну, точно так же, там, очень много вещей, которые купили, а потом не знаем, что с этим делать, да? Поэтому я к чему это? Что у нас очень много в нашем поведении вызывается именно эмоциональными вещами, да? Например, если уронили статус человека, то человек будет, невзирая на потери времени, денег и так далее, он будет делать все, чтобы восстановить свой статус. Потому что статус – это один из самых важных моментов человека. Ну, предположим, да, вот Андрей считает себя, например, ну, я надеюсь, да, вы считаете себя хорошим экспертом в недвижимости. И теперь вы приходите, начинаете со мной общаться, вот, да, предлагать мне что-то, зная, что мне нужно. Я смотрю и говорю, кто этого мальчика прислал? У вас что, не было серьезных людей? Что я сделал? Я уронил ваш статус. Что вы будете делать? Вы будете делать все, чтобы восстановить свой статус, понимаете, да, чтобы защититься. Понимаете, на этом построено очень много манипулятивных вещей. Кстати говоря, в переговорах, что нужно еще уметь? Нужно уметь противодействовать манипуляциям. Потому что манипуляции, их задача ввести вас в эмоциональное состояние. В эмоциональное состояние 96% мозга отключается. Остается 4%, которое, знаете, чем руководит? Руководит вот природными нашими инстинктами. У нас 3 природных инстинкта. Нападать, оцепенеть, знаете, вот, чтобы прошло бы мимо, вот так замереть. И последнее, да, я заканчиваю. И последнее, убегать. И вот у вас остается только вот это, и манипулятор вас вводит в эмоциональное состояние, и вы начинаете или нападать на него, или защищаться. Но, в общем, вы в эмоциональном состоянии, и вами начинают очень красиво управлять.
Очень красиво. Я могу просто... Есть еще минутка, да? Я могу просто вот привести пример того, как происходит манипуляция. Я прямо наблюдал переговоры. Помните, да? Тройка против четверки. Тройка оппозиция. И напротив сидели у нас Клюев, Лукаш, Портно и президент. А всегда, когда есть численное превосходство, это давит. Это манипулятивная штука. То есть нужно добиваться того, чтобы был бы минимум паритет. Или наоборот, чтобы численное превосходство было бы у вас. Второй момент. На чьей территории это проходит? Ну, понятно, там навряд ли на другой прошло бы, но там явно на своей территории, там преимущество той стороны. Поэтому если вы ведете переговоры, старайтесь не ездить на территорию человека, насколько доброжелательны не были бы отношения, старайтесь на нейтральной территории, ну или на своей территории, знаете. А потом понимание ролей, кто какую роль исполняет. Потому что иногда, когда кажется, что вот этот главный человек, он сидит во главе, руководит всем, оказывается, вот кто-то тихонечко сидит, ни слова не произносит, вот он и принимает решение. Так здесь очень важно понимать роли. И очень важно уметь управлять своими эмоциями. Потому что когда вот такими способами, знаете, там, что вы там рассказали? Что вы вообще читали хотя бы одну книжку по недвижимости? Вообще разбирайтесь в этом. Что я делаю, Андрей? Ощущения какие? Чувствуете, да? Эмоциональные. Начинается, да, вот это. Вау. А я после этого начну вами спокойно управлять, понимаете, манипулировать, да? Это еще очень важно уметь управлять эмоциями. Да. Да. Друзья, ну, на этом все. Я спасибо, что вы так вот внимательно слушали. Для меня это большой комплимент. Удачи вам в ваших переговорах. Еще давайте. Дуже потрібні волонтери, щоб занести матраси для тих людей, які будуть стояти на барикадах. Матрасів, ну так, багато. Десь треба чоловік 10-12. Чисті, Так, прорідали нам трошки аудиторію. Окей, це правильно. Тобто, в першу чергу барикади, потім ми. Спасибо большое, Ваче Давтян. Я надеюсь, что всем было интересно. В нас за 10 хвилин буде Галина Єременко, ми будемо говорити про конфлікти. Якщо ви не знаєте, у нас тут в Україні є трошки конфліктів. І будемо говорити. А зараз в мене дуже велике прохання до аудиторії. Наші партнери, Український католицький університет, Львівська бізнес-школа, проводять опитування. Дуже важливе. В мене, будь ласка, не будьте байдужими, прийміть участь, це 5-10 хвилин. Я запрошую Вероніку, вона вам зараз розкаже, що треба робити. Дякую. Друзі, в мене є анкета, вона є з двох боків. Отже, там є варіанти відповіді, треба просто обвести. Спільне бачення, прямий ефір, стрімили всю вашу лекцію. Отаке питання. А як ви гадаєте, в тих, хто веде переговори наверху, в них є професійні консультанти, ну, типу вас, які їх якось налаштовують, розказують про всі ці ловушки, які от вони можуть пастки, щоб не потрапили? Як ви гадаєте, є в них такі експерти? Ну, я думаю, что они проходят это обучение, они там ораторскому искусству, их все обучили, как выступать на том же шоу там Шустера, на котором раньше, там несколько лет назад, я помню, очень аляписто выступали, а потом вдруг все стали так замечательно, классно и ни о чем. То есть вот это вот их научили, да? Чему не научили, к сожалению, вот тому, чтобы очень четко определить свою цель, причем такую хорошую, благородную, и чтобы она реально соответствовала бы действительности, вот это, ну, не научит, да, этому. Второй момент очень важный, чтобы они вот сохранили бы вот эту цельность и были бы честны, да, потому что там очень много всяких интересов, и они маскируются одни цели под другими, декларируются одно, а на самом деле там совершенно другое. И они друг друга воспринимают как, знаете, одно и то же, просто в разном обличии. Поэтому в этом смысле они попадаются на одном и том же поле, и там, знаете, кто кого переиграет, кто кого возьмет силы, кто кого хитрости и так далее, это не очень хорошие вещи. Очень хочется, чтобы все-таки там появились люди, я очень надеюсь, что и в политике такое будет, да,
для которых не важны собственные амбиции, не важны вещи, такие как власть и деньги, да, а это как инструмент для того, чтобы, ну, создать страну другого типа. Поэтому вот те, кто там им помогает, подсказывает, они больше такие, знаете, по манипуляции. Они сами там, кто кого проманипулирует больше. А так, чтобы вот сказать, что вот если человек цельный, честный, его уже сложно сбить с толку. Но однозначно ему тоже нужно учиться. Я думаю, есть там соответствующие люди, они чему-то учат. Вопрос в том, чему учат раз. И второе, слушает ли их или нет. Потому что у наших лидеров еще мега амбиции. Наши лидеры считают, там все, да, и с этой стороны, и с той. Они считают все, что они самые умные. Вот у нас яркий был пример Ющенко. Я многократно слышал от многих людей, которые были рядом с ним, что он никого вообще не слушал. Вот это было очень грустно. Это вот то, к чему мы пришли, это как раз тоже последствия такого неумения слушать. А поэтому там много моментов, и мне сложно сказать, я не там наверху, поэтому я не могу так. Я могу только предполагать. Я думаю, что что-то там однозначно есть, но, возможно, не в той форме, которую нужно, потому что мы видим по результатам, что все-таки результаты не самые хорошие. Добре, дякую. І дякую вам, дуже гарна і корисна лекція. Все, хай щастить вам. Що ж, Ваче сказав своє. З вами був Олександр Ротман. І до наступних зустрічей в ефірі, глядачі.